10 лет тюрьмы за изготовление наркотиков. Такой срок может получить 20-летний повар из Шарыпова. Наркополицейские изъяли у молодого кулинара полкилограмма марихуаны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, парень трудился в городском кафе и умел готовить не только различные блюда, но и дурманящие варево. В отношении молодого человека следователи возбудили уголовное дело.